Официальная встреча в президентском дворце началась с презентации экономических возможностей Курганской области. Олег Богомолов отметил, область готова показать свои достижения по всем отраслям. Сегодня мы предложили азербайджанской стороне протокол конкретных предложений, которые сегодня, значит, здесь и в правительстве, и в министерствах отрабатываются. Настрой президента страны на сотрудничество с регионами абсолютно адекватный. То есть президент сегодня на встрече со мной как раз об этом говорил, что он так сказать, приверженец сотрудничества с российскими регионами и ведется постоянная работа. В 2007 году делегация Заурали во главе с губернатором уже презентовала Курганскую область в Баку. Тогда по итогам визита заключили соглашение о торгово-экономическом, научном и культурном сотрудничестве. Сейчас Ильхама Алиева заинтересовало зауральское мостостроение. Олег Богомолов также встретился и с первым заместителем премьер-министра Азербайджана Ягубом Эюбовым. Ему были представлены различные предприятия Заурали. Олег Богомолов отметил, по результатам встречи первый заместитель премьера Азербайджана решил лично посетить наш регион. Это и направление, так сказать, связанное с работой военно-промышленного комплекса, гуманитарная сфера и продовольственная программа, которую здесь тоже решают по ряду направлений. В частности, рынок зерна и возможности Курганской области и участия в этом рынке. Журналистам Ягуб Эюбов рассказал, сотрудничество с Россией очень важно для развития Азербайджана. Российская Федерация является нашим стратегическим партнером. Об этом свидетельствует высокий уровень отношений на политическом уровне, взаимные визиты президентов, их политические контакты, контакты на иных официальных уровнях, гуманитарные связи. Все это создает благоприятную основу для развития и торгово-экономических отношений. Точная дата приезда в Заурали азербайджанской делегации пока неизвестна. Юрий Пестерев, Вячеслав Шевчук, телекомпания «Регион 45».